Всем привет, ребята! Мы приехали сегодня в один прекрасный ресторан. Вы просто посмотрите на задний план, на этот вид. Божечки, это так красиво. Очень. Сейчас еще такое солнце, закат, вечер. Не так жарко. И просто вау. Чтобы пройти к нашему столику, нужно пройти по вот такому коридору. Просто он весь зеленый. Посмотрите на это. Спасибо. Нас пропускают. Вау. Ой, тут собачки, смотрите. Привет! Вот он наш столик, если вы можете заметить. Я не буду туда подходить, потому что там меня не будет слышно из-за детей. В общем, мы приехали в парк. Помашите, попадете на YouTube. Вот так покажите. А вот так. Танцуй. В общем, у нас у братика завтра день рождения, и мы вот сейчас ночью, получается, потихоньку украшаем дом, пока он спит. Вот, это у нас, значит, штука для... Это насосы, кажется, для того, чтобы надувать шарики. И тут еще разные штучки по типу колпачков. Сальтуха, давай. Мы чистим бассейн. Время... Время один... Ох! Блин! Время... Время 12 ночи, а мы чистим бассейн. Помаши. Кстати, вчера ночью мы было начали чистить бассейн, но нам отключили свет. И теперь нам заливают воду. Сейчас уже время 9 часов, они заливают с 7 утра. Получается уже 2 часа, и это по счету третья машина, которая приезжает к нам. Я вышла проверить бассейн. Нам его уже до конца наполнили, все сделали. Правда, он сейчас еще холодный, так что будем ждать, пока он согреется, и завтра уже можно будет в нем плавать. When I found out I'd fallen for you, I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. Всем привет! В общем, сегодня у нас 24 июня, и, как вы можете заметить, я сижу сейчас не накрашенная, собираюсь в музей. Я вам все подробнее покажу. Года два назад я там уже была, и, в принципе, я ничего толком не помню, потому что, не знаю, я особо не вникала в суть, а сейчас будет интересно снова все послушать и узнать. Мы приехали куда? В музей. Музей. Посмотрите, какой он красивый просто. Да, он вообще прикольный. И здесь очень красивый парк рядом с ним. На улице безумно жарко, и мы еще в масках. Да, вообще. Мы задыхаемся. Ну ничего страшного. Сейчас посмотрим, что там внутри будет. Thank you.
Мне сказали, что пленку с телефона делать из этого мусковита. Эти части настоящие. Ну давай, я замерзла, я хочу в тот бассейн. Мы выехали в спа. Все. Что я хотела сказать? Мы приехали. Он называется Спа Хайот. Вот такие вот мы моднючие. Почему все одинаковые? Почему это смешно выглядит? Вон там тоже, вы хотели тоже. Жаби говорит, клиниковая служба. Еще зеленые тапки вообще в тему. Модница-огородница. Мы пришли на третий этаж, посмотрели, что здесь есть. Это фитнес-центр. Я думаю, тут снимать, в принципе, нельзя. Это пахнет базаром. Мы пришли в общий зал. Тут бассейны, посмотрите. Тут никого нету. Вау, вы посмотрите, это комната тиктокеров. Мы уже вышли, было очень круто, прям я прям полностью расслабилась, это прям очень успокаивает. Вот, я сейчас с мокрой башкой, потому что мы решили не сушить волосы, так на улице и так жарко. Так как мы сегодня сходили в спа, и у нас такой некий спа-день сегодня, я решила сделать еще и глиняную маску.
Здесь есть на выбор несколько масок из глины. Вот сейчас посмотрю. Всем привет! Сейчас время уже 12 часов дня. И я уже успела покупаться и позагорать. Просто не представляете, какой это кайф выходить рано утром, окунуться в такой прохладный бассейн, а потом загорать на солнышке. Сегодня у нас предпоследний день в Таджикистане. И мне от этого немного грустно, потому что тут очень круто, и я не хочу уезжать. Сейчас в Астане очень прохладно и холодно, как мне говорят многие. А тут просто мега жарко. Но я все еще такая бледная и не загоревшая. Сегодня в планах у нас поехать на выставку ретро-машин. Поэтому вы поедете вместе со мной, и я вам все покажу. Там было очень шумно и было очень много народу, поэтому я не смогла ничего вам снять толком. Там все закрывали, то есть толпа людей столпились у одной машины, и ничего снять вообще невозможно. Вот так вот и живем. Так как завтра рано утром нам вылетать, я уже собираю чемоданы. Главное ничего не забыть. В общем, мы ждем посадку. Прошли все очень быстро, довольно-таки, и без проблем. Короче, мы прилетели в Ташкент, и очень нужно быстрее-быстрее бежать на другой рейс, потому что у нас прям впритык, и нам надо как-то успеть. Мы все прошли! Да, это так круто, скоро будем дома! Я чувствую себя такой самостоятельной. Да, кстати, мы все сами прошли, и как бы... вообще просто. Да, просто шикарно. И без проблем причем. В общем, мы когда все проходили, я думала, все будет иначе, то есть очень сложно, всякие системы. Потому что нас и мы, да, и мы толком его так нормально не пройдем. Стоп, потому что случится. Магия, но ничего не случилось. Мы решили, что первым делом, когда мы прилетим, мы пойдем в Мак. Просто его не было. Нормальных фастфудов, поэтому мы решили, что к приезду мы сразу пойдем в Мак. В общем, в скором времени у нас еще за посадку, так что давайте. Увидимся в Алмате. Та-та-дам! Мы пришли в Мак!
хотя после ничего не изменилось. 7 из 10. Ты красная. 7 из 10, потому что такое. Типа много вот этого всего, но это не страшно. Просто все. 7, реально. Мне кажется, на лифте больше, когда вот адреналин, когда ты вот так свисишь, надо что-то, и ты все видишь. А тут ты ничего не понимаешь, просто там вот это все. В общем, я уже приехала снимать брекеты. Боже, это так непривычно. Вот, в общем, я их сняла. Боже, это так непривычно. Тебе будто, знаете, зубы сняли. Вот прям реально такое ощущение. Подожди, давай в общую картину. Ты что такая другая стала? Ужас. Как будто рот меньше стал, что ли? Тебе такие зубы прикольные, оказывается. Крупные, да, скажи? Да. А рот нельзя открывать, да? Ничего. Ничего. Что получилось? Ну, жевать можно? Да, можно. Так осторожно. Можно все есть теперь. Осторожно. Угу. Ух ты, классно! Всем доброе утро, сейчас 8:40 утра, и мы выехали в поход. Мы даже не знаем, с кем мы поедем. Нас просто двоюродная сестра позвала. Пожелайте нам удачи! Мы приехали на автобусе на Медео. Короче, шагаем наверх. Тут довольно крутой склон, поэтому немного тяжеловато, ну ладно. Там сзади другие остальные ребята.